люди на нудистском пляже, они отличаются от людей, которые ходят на городские. Казалось бы, всего лишь нет одежды. А отношение к жизни, отношение к окружающим другое, а культура другая. И проявляется это во всем. Вплоть от там убрать за собой мусор. И вот как я не говорю о том, что надо сейчас всем раздеться и все будет хорошо. Но вот